Мы ползем в другой конец карты, короче. С этой стороны. Нет! Он за мной! Нет! Нет, 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 чувак! Иди отсюда! Иди! О, отстал! Что надо сделать-то? Зрение. О! Да-да-да-да-да! Да-д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 а! Давай, 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 давай! Едим красных червей! Я вам за все отомстю сейчас! Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в Несыч. И опять же, сегодня вряд ли будет последняя серия, потому что этот уровень, который сейчас мы будем проходить, нереально сложный. Прошлая серия собрала не так уж много просмотров, но соотношение лайков и дизлайков меня немножко удивило. За первые два дня, по-моему, не было ни одного диза, что для моего канала это странно. И сейчас, по-моему, там на прошлом видосе всего один дизлайк, и это круто. Ладно, ребятки, продолжаем. Сегодня у нас уровень, который называется «Не ешь меня, внученька», по-моему. Да? Так, как он? 40 хвостов. Хвосты мы уже... Да, мы скушали хвосты. По-моему, это уже было. Но этого еще не было. Не ешь меня, внученька. Да, сейчас мы будем откладывать яйца и пытаться выжить. То есть нам надо, получается, 2 яйца отложить, чтобы у нас, соответственно, получилась внученька. Ну, как я так думаю. Потому что у меня получилось отложить всего одно яйцо, и мне предложили сделать второе. Прекрасные новости. Мы научились контролировать процесс складки яиц и червей. Осталось придумать, что с этим делать. Фух, поехали. Не ешь меня, внученька, ну окей. Отложи яйцо. Ладно, погнали. Оп-оп-оп-оп, куда-нибудь в уголок. Подальше. А, мне же нужно отрасти сначала. Так, ну-ка, зелененький, иди-ка сюда-ка. Зелененький. Дай-ка я тебя-ка откушу, я немножко от тебя откусю. 2 хвоста потерялся. Так, так. Ну что? Оп. Еще чуть-чуть надо подъесть. Еще чуть-чуть подъесть. На яйцо не хватает нам. Нет, только не красный червяк. Иди в баню. Идите в баню. Вот я здесь в уголке. А, не в уголке. Ну ладно. Еще чуть-чуть. О, девочка созрела. Наконец-то. Давайте, наверное, вот здесь мы и отложим яичко. Значит, я вот эту штуку. Оп-о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 п
Так, подождем. Ну ладно, пока что подождем, и давайте отъедимся, чтобы наше дитё смогло нас сожрать и при этом продолжить свой род. Вот такие вот дела. Природа безжалостная. Так, все, мы поползли. Давай теперь кушать нашего родителя. Ты родитель, офигеть! Я-то думаю, я забыл, что черные черви настолько твари, что они друг друга жрут. Здесь тоже у нас, смотри, плодятся, размножаются, откуда-то вылупляются, вылазят красные черви и пожирают своих старших собратьев. Блин, оказывается, эта внученька-то еще должна нехило подрасти так. Чтоб, да, надо будет вообще уползать вот в другое место совершенно. Потому что наш батя или мамка, или кто она там, она нас может сожрать запросто, она же не зеленая ни разу. Так, ну-ка иди сюда. Зелененький, безобидненький. Я надеюсь, не, наверное, до конца мы его доедать не будем, потому что нам выгоднее, чтобы он жил. Нам выгодно, чтобы он жил, чтобы мы потом, когда вылупимся, могли от него откусить небольшой или большой кусок, я не знаю, как получится. Давай отправляйся нагуливай жирок, чувачок. А мне нужно еще парочку божьих коровок схавать для того, чтобы начать откладывать яйцо. Ну-ка, оп, оп. Все, девочка созрела. Да, девочка созрела. Ох, ладно, давай, в уголке здесь мы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, все, готово. Пока что уползаем. Уползаем, нам нужно подальше от яйца уползти. Все, ну когда-то, еще 95%, окей, понял. О, сейчас красный червяк сожжет. Ну, нам, в принципе, уже пофиг. С днем рождения, ура! Погнали. Погнали, карту включите, пожалуйста, отлично, давай попробуем еще разок. Блин, это уже какая попытка-то, если считать прошлую серию. У меня просто 100-500 миллионов попыток уже было. Так, ой, зеленый червячок, кто-то его сожрал. Сорян, чувак, но я тебя доем. Нет! Нет! Ладно, давай еще разок. Ух, ребятки, меня-то уже достало, если честно. Это, не знаю уже, какая попытка по счету. Задолбался я. Давай, зеленого откоцаем сейчас. Не надо уползти в то место, где вообще нет червей. Никаких. Ни зеленых, ни черных, ни красных, никаких.
Так, ладно, давай, живи. Мы поползли, доедим твой хвост. Ням-ням. Так, беленькую эту штучку. Оп, оп, окей. Что, может... Да, смотри, он разевает пасть. Эх, ладно, ползем, короче, в угол. Подальше от всех червей. И сейчас будем догоняться божьими коровками, да. Ням-ням. Еще, наверное, штуки 2-3. А нет, еще последнюю. А нет, все уже. Прикинь, все уже. Так, давай, 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 яичко. Оп, все. Все, яичко, яичко наготове. Подождем. Ладно, пока мы ждем, угоняем нашего червя. Чувак, ну свали отсюда, пожалуйста, а? Нас сожрали, окей. Главное, чтобы сюда красный не полз. Ну, бегом. Оп. Так. С днем рождения. Да уже в который раз. Уйди, чувак! Уйди нафиг, я ж не вижу червей! Блин! Ну какого фига вы, разработчики, такую дичь вообще творите? То есть я должен здесь выживать, но при этом вы загораживаете мне карту, и я не вижу, где у нас находятся черви. Так, ладно, поползем посередине, короче. Там в самом центре у нас какой-то маленький червячок. Кружит. Ой, он красный, походу. О, его уже нет. Так, или это не он? Нет, он уполз, короче. Мы ползем в другой конец карты, короче. С этой стороны... Нет! Он за мной! Нет! Нет, 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 чувак! Иди отсюда, иди! О, отстал, слава богу. Слава богу. Так, а сверху у нас еще красный. Блин, маленький. Вот, вот, давай. Коровочка, иди сюда. Коровочка, коровушка. Идите сюда, коровушки. О, блохи. Блохи, мне кажется, на блохах я нормально откормлюсь. Они отсюда вот вылазят, да, блохи? Давай, они такие крупненькие. Светляка, оп, и блоху. Правда, ее догнать вот еще надо, елки-палки. Че, ты мне предлагаешь прыгать, что ли? Еще что-то вякает, смотри. Ням, все, схавали. Так, 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 я пока что здесь в этом углу один червяк. И вообще у нас на карте, в принципе, нет никого. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ням, ням, да что ж ты, блоха! Да куда? Ай, сюда ползет. Сюда ползет. Сюда ползет. Нет, вроде наверх куда-то. Дайте мне откормиться, яичко еще одно высить. Это второе яйцо, блин. Я не могу никак до него дожить. Так, иди сюда. Плохо. Еще немного. Еще немного, еще парочка. Куда ж ты? Ну куда ж ты, мелочь? Иди сюда. Ой-ой-ой, как мы запикали здесь, запищали. Так, ну-ка. Бяшка. Так, 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 так. Ну чё? Есть, наконец-то! Наконец-то, ребятки. Так, последнее. Последнее яйцо. Оп-оп-оп-оп. Или нет, предпоследнее яйцо, скорее всего. Так, ну, потому что внученька, да внученьке надо еще дожить. Так, все, валим, 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 валим. Валим куда-нибудь в угол, в другой угол, пока яйцо у нас вылупляется. Так, 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 82%. Рогатый, я могу тебя отпустить? Да, я могу тебе задницу отпустить. Победа! Всего лишь нужно было вылупить второе яйцо. Ёлки-палки. Фух, 13 попыток, ребят, это у меня заняло. Все, мы вылупили змеюку, маленькую змеюку. Но я не буду дальше играть, потому что меня там достало уже. Я знакомый бокс, не так ли? Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду. В опасных ситуациях лишняя секунда на размышление это очень много, не забывайте про адреналин. Покажи им, кто здесь главный. Так, что-то сейчас будет опять. Что? Дежавю, по-моему, это уже было. Так, а что надо-то? Адреналин, адреналин. А что надо? Береги хвост. Так, адреналин. Оп-оп-оп-оп-оп. Нафиг, нафиг, нафиг. Уползаем, уползаем. А что здесь так тесно? Что надо сделать-то? Зрение. О, да-да-да-да-да. Да-д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 а. Давай, 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 едим красных червей. Я вам за все отомстю сейчас. Ну-ка, уйди отсюда, убери отсюда свою голову. Ням-ням-ням-ням-ням. Что, не можешь, не можешь, не можешь, не можешь? А вот этот, походу, может. Короче, елки-палки, меня сожрали. А что надо сделать-то? Я не помню. Если это что-то было уже, типа, знакомое, по-моему, это где-то уже было, я не помню. Какая цель? Что нужно сделать-то? Непонятненько.
А, нужно, оказывается, 4 червей сожрать. Ну окей, ладно. Ладно, пока что мы, наверное, откармливаемся вот этими. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попал в замес, смотри. Попал в замес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не ешьте меня, блин! Я сам хотел тебя съесть. Окей, окей. Тоже, ребятки, это очень сложный уровень, походу. Так, и что-то мне про адреналин писали. Так, оу. Окей. Окей, адреналин. Так, давай. Давай, давай, давай. Типа, секунда на раздумье. Да какая нафиг секунда? Смотри, сколько их. Хе-хе-хе. Какие, блин, секунды? Мог бы я еще под адреналином шевелиться быстрее, а то же замирается. Все, береги хвост. Ну, ну, и что? Это, типа, сюда черви не заползает, что ли, или что? Что это за... Что это за нафиг? Так, 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 так. Все, мне хана. Мне хана. Да уж, по сложности этот уровень не уступает предыдущему. Здесь творится полнейшая жесть. Ну-ка, иди-ка сюда-ка, красненький. Красненький, иди-ка сюда-ка, иди-ка сюда-ка. Иди-ка сюда-ка. Ням, есть. Откусили мы ему башку. Аллилуйя. Мне нужно сожрать 4 червя. А сколько нас здесь? У нас, по-моему, здесь как раз 4. Что там с адреналином? Могли бы мы в это время еще и... Так, окей. Окей, могли бы мы... Есть, второй готов. Иди сюда, иди сюда. Так, адреналинчик. Но я пока что все равно недопонимаю. О! 3 мы захавали. Так, ну-ка, иди-ка сюда-ка. Иди-ка сюда-ка. Ага. Иди-ка сюда-ка. Есть, победа! Ёлки-палки, оказывается, вот, адреналин надо было применять. У меня было 16 попыток, ребят. Ну, вот такие вот делишки, да. Этот уровень оказался сложнее, учитывая количество попыток, чем предыдущие, где нам нужно было вылупиться 2 раза. У нас остается, ребятки, 3 уровня. Выход не подскажете? Горшочек не вари. О, там вообще какая-то непонятная слизь. И открытый мир. 12 на 12 квадрат. Короче, ребят, на этом мы сегодня заканчиваем. У нас остается еще 3 уровня для следующей серии. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик и Хищные Черви. До новых встреч. Пока-пока.